Знакомьтесь, это Карина. Ей 21 год. Но несмотря на столь молодой возраст, она страдает от ряда заболеваний еще с подросткового периода. Главное беспокойство Карины – это проблемы с сердцем, легкими и изменения уже имеющихся родинок. По словам пациентки, она долгие годы отдала профессиональному занятию спортом, вследствие чего тяжелые нагрузки и постоянное напряжение привели девушку к таким трудностям. Для того, чтобы разобраться со своими проблемами, она решила обратиться в научно-клинический центр Казанского федерального университета. Ведущие специалисты сформировали индивидуальную программу реабилитации, в которую вошли самые современные методики и оборудование. Среди них оказались электрокардиография, определяющая конкретное место патологических процессов, спирометрия, позволяющая оценить функцию внешнего дыхания, и уникальная программа диагностики рака кожи и меланомы на аппарате PhotoFinder. Я побывала в научно-клиническом центре Казанского федерального университета, и мне было предложено провести ряд диагностик, связанных с моими заболеваниями. Первым на очереди, конечно же, это было ЭКГ, это больше всего меня мучило. Я выяснила, что у меня тахикардия, аритмия. Ну, мы, конечно же, вместе с врачом совместно выполнили курс, назначили мне определенное лечение. Дальше я буду принимать указанные условия. В общем-то, дальше по плану ФВД мне проверяли легкие. Я, к сожалению, заболела коронавирусом, как и многие жители мира, после чего у меня начались осложнения. Мне проверили, и, слава богу, к моему большому счастью, все прекрасно, все отлично, все в норме. И дальше, конечно же, мои родинки, их увеличение и их возникновение в необъятно большом количестве. Такой интересный аппарат мне был предложен, это называется PhotoFinder, насколько я помню. Мне провели полноценную диагностику и выяснили, что это не злокачественные опухоли и ничего подобного даже не планируется, слава богу. Пожелаем Карине удачи и напомним, что научно-клинический центр Казанского федерального университета имеет множество отделений и всегда готов помочь своим пациентам. Также в центре разработаны специальные программы проведения скрининга для спортсменов до и после спортивных мероприятий. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз.